Alors, vous avez choisi pour cette cinquième venue Tartuffe, un classique français au programme. Il est plutôt relu et pas mal corrigé. Vidéo, esthétique de show télé-réalité, confidence des acteurs en off, quatrième mur régulièrement abattu. Tartuffe pour un Lituanien, ça raconte quoi de ce que vous avez pu vivre, vous, sur le plan, alors peut-être religieux, ou même sur le plan politique? В каком-то аспекте это очень лично. То есть Тартюф это один из таких знаковых персонажей, как Гамлет, как они, как Костя Треплёв. Это те, которые, конечно, всегда лично. А с другой стороны, это как бы вот в чём сила вообще Мольера, что это как бы это маска. Это помогает как бы понять, что некая твоя моральная двуличность это все-таки не Тартюф. Потому что Тартюф это политический все-таки. То есть невозможно фактически поставить Тартюф, не понимая своего личного тартюфизма, не понимая вообще всем присущенного тартюфизма, всем людям, потому что там Тартюф, не только Тартюф, там все персонажи имеют Тартюфы. Я много делал разных пьес, еще с этим не сталкивался, что каждая деталь может стать очень значимой. До этого, если так исторически даже смотреть, эта пьеса столкнула, можно сказать, Францию с Ватиканом, когда она вышла. Это, с одной стороны, это было семейное столкновение, то есть самого Людвига со своей мамой, которая вышла из показа Тартюфа. И то, что мы на спектакле показываем, как целуется Путин с Трампом, это в этой матрице как раз играет и сегодня. И это вот гениальность Мольера, потому что то, что происходит в наших семьях, то и в мире происходит. Но, допустим, с другой стороны, один был момент уникальный в спектакле. Мы так сделали, что Тартюф приходит, открывается дверь, и приходит Тартюф. И как раз к тому времени, когда эти двери открывали, солнце садилось уже. Когда эти двери открылись, публику и всех как бы ослепило солнце. И мы все знаем, что Людвига называли королем солнца. И из этого ослепления, из этого солнца вышел Тартюф. И это случайно. Но вот это я говорю о том, как реально некая предложенная матрица своего Мольера, она жива. Допустим, в литовском контексте она очень понятна и жива. Да? Потому что реальность в Литве такая, что в политику пришли реальные тартюфы. Идея Европы, и этим пользуются просто такие националистические популисты. Они даже риторику взяли у церкви. И они говорят, что это что-то, что как бы европейские ценности против этого. Они просто вот играют эту тартюфовскую игру. И им не важно, что будет дальше. Им важно только победить. И самая большая проблема, что эти тартюфы, они не есть некое такое зло само собой. Какие-то такие люди с какими-то заговорами в головах. Да. Eh bien, merci. Une question, une réponse. C'est parfait. Merci à vous, on aura bien compris tout l'enjeu. J'avais plein de questions, mais vous avez répondu au fur et à mesure. On a parlé de la dramaturgie, du cinéma, mais on a bien compris à la fois l'enjeu politique et notamment en Lituanie aujourd'hui. Merci à vous deux.